Я ее лично знал, просто я не знал, что она пишет стихи. Никто не знал, что она пишет стихи. Ну, такая поэтесса была, да? Но никто не знал, что она пишет стихи. Да, правда. Она, ее когда не стало, родители нашли в столе стихи, и они были изданы посмертно. Вот. Да, вышла книжка, она называется «Синица на сосне». Ах, по полю минут ходит маятник серпом, а кузнечик жестяной, а кузнечик заводной защитного цвета. Где ты, лето? Дайте счастье на глоток, дайте небо на пятак, одну мякоть, чтобы не плакать. Ой, моя радость, не проси награды. Сердечко мое, мы от горя убежим. С моего крылечка скочим на кузнечика, дадим шпоры прямо в горы. Дайте счастье на глоток, дайте небо на пятак, одну мякоть, чтобы не плакать. Ой, моя радость, не проси награды. Ах, по полю минут ходит маятник серпом, а кузнечик жестяной, а кузнечик заводной защитного цвета. Где ты, лето? Дайте счастье на глоток, дайте небо на пятак, одну мякоть, чтобы не плакать. Ой, моя радость, не проси награды.